знаете, наверное, кто здесь постоянно живет, каким был заброшенным наш сквер. Спасибо Михаилу Денисовичу, который был застрельщиком, чтобы привели в порядок этот сквер. Вы посмотрите, здесь сейчас спокойно могут без мусора, без грязи отдыхать и ветераны, и заниматься дети. Спасибо вам большое. Прощаюсь в Азии Республики и сити-менеджеру Шутенкову. Собрали более 3000 подписей за то, чтобы прекратить издевательство над людьми и уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу. Мы уже собирались в правительстве Республики Бурятия. Многие жители, ветераны пришли на эту встречу. Нас собирал заместитель главы Луковников. Но я думаю, что вопрос остался открытый. Конкретных мер там принято не было. Будем идти дальше. Наверное, надо будет записаться на прием к главе республики и попробовать встретиться с новым сити-менеджером, который идет на выборы, мэра нашего города Шутенкову Игоря Юрьевича. Сегодня будет участвовать в празднике хор авиазавода. Они выступят почти с часовой программой. Им тоже большое спасибо за то, что откликнулись. Поучаствуют субботники, если хор ветеранов авиазавода придет, мы тоже пригласим. Сквер Родина через неделю, точно в это же время, в субботу.